Давайте поклонимся телеграфом. Знаете, когда я все-таки придумал эту строчку «Я люблю тебя до слез», я представляю, как этой строчкой Саша завораживает зал. И каждый думает, что эта фраза предназначена только ей, только этой женщине. «Я люблю тебя до слез». Саш, я знаю, что вы не очень любите, когда перепевают ваши песни, но я думаю, что сегодня просто случай особенный, потому что на нашу программу приехал 20-летний парень из Азербайджана, Мурат Садых. Он с детства страдает церебральным параличом, почти ослеп, видит всего на один глаз, но ваши песни дают ему силы жить. Что ты скажешь сегодня своему кумиру? Добрый вечер, приветствую всех телезрителей. Хочу сказать, что Александр Серов песни дают людям, репертуар дают людям жить и не дают надежду терять. Несмотря на то, что я был немножко болен, то есть в этом горле, но несмотря на это, я всеми силами написал эту песню, записал и хочу исполнить честь. Очень прекрасный голос, очень хороший человек. Все желаю ему всего-всего самого лучшего, самого хорошего всего в его жизни. Ну что, давайте попробуем исполнить. Я люблю тебя до слез. В рождественское небо загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы я люблю. Эту песню подарите папе, и, Мурат, хочу подарить эту песню вам, пожелать вам здоровья, и эту песню я хочу исполнить. To find you, I don't know how to reach you. I hear your voice and the wind. I feel you run through my skin. Within my heart and my soul, I wait for you, Adagio. All love is not.
всю жизнь.